Координаты точки на плоскости. Если взять на координатной плоскости произвольную точку А и провести от нее перпендикуляры к осям координат, то основания перпендикуляров лягут на два числа. Число, на которое указывает вертикальный перпендикуляр, называется абсциссой точки А. Число, на которое указывает горизонтальный перпендикуляр, ординаты точки А. На чертеже абсцисса точки А равна 3, а ордината 5. Абсцисса и ордината называются координатами данной точки на плоскости. Координаты точки записываются в скобках справа от обозначения точки. Первой записывается абсцисса, а за ней ордината. Так запись А в скобках 3.5 обозначает, что абсцисса точки А равна 3, а ордината 5. Координаты точки – это числа, определяющие ее положение на плоскости. Если точка лежит на оси абсцисс, то ее ордината равна 0. Например, точка B с координатами минус 2 и 0. А если точка лежит на оси ординат, то ее абсцисса равна 0. Например, точка C с координатами 0 и минус 4. Начало координат точка O имеет и абсциссу, и ординату, равную 0. Данная система координат называется прямоугольной или декартовой. Но не так все и сложно. Подписывайся, если хочешь знать больше.